Это у нас массаж стоком, чтобы мертвые лапки нам оживить. Вот, делаем между позвоночниками, потом делаем на мышцах, делаем изнутри лапки. Да? Товарищ наш лежит. Да. Вот так у нас. Оно сначала вибрирует, потом бьет током игловкалыванием вместе с массажем глубоким. Вот так, так. И очень даже нам хорошо это. Но пес лежит хорошо у нас. Вот. Это низкочастотный у нас прибор. Он очень хорошо помогает. Попробуем, потому что мальчик, ну, никак у нас не встает. Массажи делаем пока, но массажа видно маловато, поэтому будем делать сейчас ему вот такие процедуры. И надеемся, все у нас получится на 15 минут, и все будет хорошо. Сначала эту лапку, а потом позвоночник с двух сторон. И потом Все, еще. промассажируем. И еще будем переднюю лапку массажировать обязательно. Лапка у нас тоже полумертвая, вот надеемся ее оживить. Да, даст Бог, у нас все получится. Так, деточка, ну-ка. Вот так. Малышка у нас лежит. Да. Ты мой золотой, покажись, какой ты у меня красивый. Мамин мальчик мой. Тёка моя. Маленький, как хороший. Вибрирует, да, это у нас все хорошо. Так, ну вот лапка у нас, да. Вот как вибрирует. Да, это у нас вибрация идет. Все будет хорошо. Угу. Вот, успокоилась. Все, пес лежит хорошо, ну, спокойно. И плюс мы, еще напряжение у нас на шестерочке, всего 10, но мы постепенно будем увеличивать. Вот,